Здравствуйте всем, меня зовут Алина Комиссарова, мне 9 лет, я занимаюсь театральной студией «Ирбис», мне там очень нравится, а также я занимаюсь спортом, а именно ушу, также я изучаю иностранный язык, английский, и еще я пишу книгу. И я с 3 или с 2 лет ходила на танцы. Мне там очень понравилось. И на ушу я заработала где-то уже 6 медалей. И мне очень нравится кататься на коньках. Спасибо, у меня все.